Меджет Вольгаст, полное имя Джозеф Роберт Ласкальцео, родился 18 июля 1910 года в городе Филадельфия, Пенсильвания, США, был чемпионом мира по боксу в наилегчайшем весе. Вольгаст стал профессионалом в 1925 году и считался одним из самых быстрых боксеров всех времен. В 1930 году он победил Блэка Билла и завоевал вакантный титул атлетической комиссии штата Нью-Йорк в наилегчайшем весе. The Ring Магазин, основатель Нед сайт статистического бокса BoxRec и международная организация боксерских исследований все они ставят Вальгаста на восьмое место среди величайших наилегчайших весов всех времен. Он был избран в Международный зал славы бокса и в зал славы бокса Хилмса. Вольгост впервые сразился с будущим чемпионом Нью-Йорка в легчайшем весе Тони Марина. 6 июня 1932 года, на стадионе Майерс Боул в Норт-Брэддае, штат Пенсильвания, победа решением 10 раундов по очкам. Википедия сетюйки 5.ру Меджет Вольгост умер 19 октября 1955 года в городе Филадельфия, Пенсильвания, США.